Земельный участок на улице Ермолинской, где располагается строительный рынок и многие другие объекты, находится в частной собственности. Проблем на этой территории предостаточно, и они вызывают общественный резонанс у жителей. Поэтому первым пунктом работы выездной комиссии с участием представителей Управления потребительского рынка, надзорных служб, правоохранительных органов и ПТО городского хозяйства стала именно эта торговая площадь. Здесь большое количество мусора, скопление людей, в общем, мы иногда даже не знаем, кто это. Под возведенными НТО, на которые не давала разрешения администрация, нет согласованного паспорта объекта, нет соблюденного архитектурного вида. Мало того, что эти объекты сейчас расположены на теплосети компании «Сапфир», здесь незаконным порядком были возведены. Нестационарные торговые объекты здесь давно пора сменить на более современные. Ржавые павильоны, где предлагают разнообразные материалы и услуги, вряд ли могут привлечь требовательного покупателя. Да и залежи мусора, которые не донесли до контейнера, интереса не добавляют. Контролируем данный вопрос, смотрим за качеством обслуживания, чтобы данные объекты торговые на территории Ленинского городского округа соответствовали требованиям. У нас в соответствии с положением Совета депутатов, который мы принимали, есть и внешний облик, есть и внешний вид как павильонов нестационарных торговых объектов, так и сезонной торговли палатки. Поэтому наша задача следить за тем, чтобы положение наше исполнялось. Зеркальным отражением того, что можно и нужно работать по-другому, стало посещение других объектов нестационарной торговли уже в квартале Северном. Там таких проблем не существует, и предприниматели всегда готовы пойти навстречу пожеланиям своих покупателей. Вы как образец, потому что На фоне других, вот вы отличаетесь тем, что ответственно относитесь к торговле, к клиентам, поэтому у вас все хорошо, красиво и хорошее выручка. Профессиональный, правильный, хороший подход и хорошо организованная работа. На каждом объекте торговли участники профилактического выезда проверили наличие уголка потребителя и комплектацию всех необходимых документов. От внимания представителей надзорных органов не ускользнула ни одна важная деталь. Но если вопрос расположения овощей на полу можно решить сразу, то с установкой павильона на тротуаре еще придется разбираться. У нас сезонные проблемы – это самовольная установка объектов. Также собственники не следят за содержанием территории вокруг. Это 5-метровая, 10-метровая зона. И договор на вывоз мусора, также отсутствие его. Такая выездная профилактическая работа позволила представителям профильных управлений воочию увидеть те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители, и оперативно на них отреагировать. Сегодня первый профилактический выезд по поручению главы администрации городского Ленинского округа Паскаля Алексея Петровича, где были увидены, так сказать, глазами все проблемы, которые видят ежедневно жители. Вот. И по итогам этого выезда будут направлены уведомления об устранении данных недостатков. Также будет создана комиссия по решению данных проблем совместно с собственниками, с арендаторами, предпринимателями. Выезды планируется сделать еженедельными, и уже намечаются следующие проблемные точки на территории Ленинского городского округа. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.